Где прямо сейчас я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Известная певица Наталья Сенчукова поделилась с поклонниками в Инстаграм фотография с отдыха. На снимке 47-летняя артистка выглядит как молоденькая девочка. Сенчукова показала архивное фото с отпуска. Едем на работу по заснеженным дорогам в Воронежской области, а в голове только одна картинка. Подписала кадр певица. На снимке Наталья позирует в бело-голубом бикини, купальня подчеркивает ее стройную фигуру и необычную татуировку на животе. Пользователи сети восхитились красотой исполнительницы. Фигурка у вас, конечно, супер. Ох, ну прям как девочка. Наталья, вы просто шикарны, хорошенькие. Как у Кая, какая у вас татушка? Засыпали комплиментами свою любимицу поклонники. Отметим, что жена солиста группы Дюна Виктора Рыбина нечастый гость на страницах светской хроники. Певица не выставляет свою жизнь на показ и лишь изредка дает интервью. Известно, что супруги воспитывают сына Василия, молодой человек учится на режиссера в МГИКе. Василий не очень похож на своих родителей, а еще он подкачанный. А в кого он у вас? Мы думаем, что это продукты питания в этом виноваты. Он у нас кушает хорошо, пьет козье молоко, рассказала Сенчукова. Ну что ж, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь.